Сегодня стартует голосование в конкурсе, который проводил торговый двор «Аникс» совместно с нашей телекомпанией. На протяжении недели в преддверии Международного женского дня мы принимали от вас фото и видео поздравления мам, бабушек, сестер, подруг на странице нашей официальной группы ВКонтакте и в Инстаграм. Запускаем голосование. Всего поступило 14 заявок. Авторы лучших трех работ в подарок получат продуктовые корзины от торгового двора «Аникс» и специальный денежный приз. Итоги конкурса подведем 7 марта.